Здравствуйте, добро пожаловать в передачу Digitark. Сегодня мы поговорим о девайсах Apple, о том, как они взаимодействуют между собой. Так как я сама пользователь Android, я мало что могу на эту тему рассказать, поэтому сегодня у нас в студии Георг, который расскажет нам побольше о девайсах Apple. Расскажи, какой главный плюс того, чтобы все устройства были одного бренда, одного производителя от Apple? Главный плюс Apple в том, что все устройства работают очень хорошо между собой. Их очень легко соединить. В некоторых случаях можно просто поднести одно устройство рядом близко к другому, они соединятся. Расскажи, какими устройствами ты пользуешься? У меня конкретно телефон, ноутбук, планшет и наушники от Apple. То есть почти полный комплект, остались только часы. Ясно. Как я понимаю, каждое отдельно взятое устройство Apple в своей категории, возможно, не является лучшим на рынке. Но когда весь комплект собран, это одна экосистема, то они, видимо, работают как-то нереально идеально. Расскажи, что именно хорошего вот в этой экосистеме Apple. Во-первых, я уже говорил, что их очень легко соединить. Можно просто поднести одно устройство к другому, нажать кнопку, и они соединены. Во-вторых, они все между собой синхронизированы. Допустим, вы сделали утром фотографию на телефоне, вечером пришли домой, открыли компьютер, там уже все эти фотографии есть. И в-третьих, они очень легко, очень просты в использовании. Я могу дать телефон любому человеку, он может сам себе настроить, там пошагово все будет выделено, что, когда нажимать. Ну, на самом деле, если сравнить, например, даже меня, у меня телефон одной марки, но тоже на Android, часы другой марки, но тоже на Android. Я не могу сказать, чтобы у меня были такие же плюсы в синхронизации, в том, чтобы они так как бы всегда были связаны между собой. Так что, наверное, да, в этой экосистеме есть большой плюс. А расскажи, как часто ты меняешь свое устройство? Ведь вроде как недавно Apple вышли с новой линейкой девайсов. Да, как раз таки 12 сентября Apple анонсировали свои новые устройства. Но я по каждому ими не гонюсь. Я сначала почитаю обзоры, посмотрю, и как раз таки один из обзоров можно будет посмотреть на Digitark. Для клиентов Tail у нас есть еще одна хорошая новость. Теперь за услуги Apple можно будет платить со счета Tail. То есть, если обычно для этого нужно было пользоваться кредитной картой, например, чтобы оплатить что-то в iTunes, теперь можно будет платить по счету мобильного оператора. Спасибо, Георг, за то, что рассказал мне про устройство Apple. Может быть, я даже решу поменять Android на что-то более новенькое. И до встречи в следующей передаче Digitark через неделю.